Россия, Родина, Отечество. Все эти слова мы впервые слышим в детстве. И на протяжении всей нашей жизни они наполняются особым, трепетным смыслом. Родина – это и великая страна с великой историей. Это и место на земле, где человек родился и рос, где находятся могилы его предков, где познал первые радости и неудачи. Ведь не случайно в трудные минуты своей жизни люди вспоминают место, где родились, где прошло детство. На сцене руководитель Центра немецкой культуры Матвеева Надежда Вячеславовна и вокальная группа «Штерн» с песней «Хаймат». Бьется бешеное сердце, хочет вернуться назад на свою.